Здравствуйте. Извините, сейчас не так часто делаю записи про рыбалку, но вот сегодня, скажем, такое очередное сделаем. Клеечку ловят. Сегодня утром человек килограммчика два, наверное, поймал такого хорошего. Хорошие уклеечки такого. Там вот стоят тоже рыбалки. Вот у нас эти цапли прилетели к нам. И журавли в гости. Видите, трактор режет растения, траву. А сзади ходит журавушка, собирает. Смотрит, что там найти можно. Вот такая у нас красота, когда хорошая погода. Она везде красота, все-таки. Там он поднимает пограничный катер на осмотр. У них определенное время. Ну, рядом рыбачки. Утром здесь уклеечка была. И хорошая уклеечка. Ну, ладненько, чао.